делайте это быстрее. Бам, бам, ноги шире. Шире ноги. Будто стоишь прямо вот ноги вот в упор. Вкручивайся. Бам. Шире еще чуть-чуть ноги. И больше повторений. Хорошо, еще. Не под руку, а над головой. За голову ее. У тебя под руку не получится. Вот это хватает не руку, когда ты хватаешь. Это за руку, у него рука длинная. Когда ты хватаешь за руку, у тебя есть точка опоры. Ты ее хватаешь не за руку, а сюда. За локоть прям туда засовываешь. И все. Твоя задача сейчас ее сделать технически правильно в таком исполнении, а дальше как получится. Еще. Еще раз я пропустил. Два шага заходишь. Бам, бам. Лучше. Лучше. Ну, доведи. Твоя задача в конечном итоге так. Оп! Чуть-чуть проверить человека через нос. Нет, нет, не туда. Нет. Не туда ведешь. Ты начинаешь не слева. Нормально наступаешь. Если ты начинаешь справа идти, вы стоите. Рука закидывается за голову. Это контролирует локоть. Зашла, зашла. За счет того, что ты прокинула. Стараешься делать медленно, но не останавливаться. Почувствуй, что начавшееся движение, вращение вокруг своей оси вот этого, оно тебе за тоже должно помочь. Нужна этими руками по инерции ее выкинуть. Нет, нет, не сюда надо. Лучше. Лучше. Так, у вас неинтересно. У вас все работает. Еще раз. Хорошо. Помню, что немножко грязные техники, это когда ты вместо положения руки, ты ему всегда можешь добавить его почти как удар по затылку. Незаметно. То есть резкий захват — это полуудар. Помни об этом. Ну нет, сейчас не надо, конечно. Понятно, я... Это штрафуется или это смысле хорошо? Нет, ты просто быстро сделал удар. Это нюанс техники. Это жесткое выполнение техники, да. Хорошо. Давайте, что у вас? На каком? Покажите. Демонстрируйте технику. Вперед. Движение второй ногой. Так. Вторая рука контролирует локоть согнутый.